«Огненное крещение», авторская песня. Излишний комфорт развращает людей, как черви у них зреют пороки. Они копошатся в порывах страстей, пускает литворные соки. Потом их пожгут, как солому в огне, в горячих тисках обстоятельств. Я вижу, как все происходит во мне под музыку русских ругательств. Потом их пожгут, как солому в огне, в горячих тисках обстоятельств. Я вижу, как все происходит во мне под музыку русских ругательств. Болезни и прочие жизни тиски, страдания необходимы, и приступы злой безнадежной тоски нас лечат целительные схимы. Излишний комфорт развращает людей и множит животную массу. А если бы были мы все из камней, не нужно нам было бы спаса. Но я понимаю, Спаситель суров, как раз по причине духовной, родился в хлеву среди овец и коров, и крест он понес неподъемный. И нас проведет через этот огонь, очистит в гумне, как пшеницу. Давай поскорее страданием тронь и преобрази морды в лица. Излишний комфорт развращает людей и множит животную массу. А если бы были мы все из камней, не нужно нам было бы спать.